Я уже нахожусь в чистой зоне, поэтому нахожусь без средств индивидуальной защиты. На данный момент мы здесь в составе трех врачей, трех медсестер, трех санитарок, а также приданного нам инфекциониста и анестезиолога-реаниматолога. Находимся в отделении специально созданном отделении для пациентов с онкологическими заболеваниями, а также ковидной инфекцией. Сегодня у нас мы отмечаем первые успехи. На сегодняшний день было выписано 12 наших первых пациентов, которые заразились ковидной инфекцией. В течение этого времени мы им успешно провели курсы химиотерапии. На данный момент у нас осталось еще 4 пациентов. Относительно наших пациентов необходимо заметить, что дети с онкологическими заболеваниями требуют особого ухода. Потому что при наличии ковидной инфекции, мы обязаны продолжать наше лечение химиотерапевтическое. Қандайсың, өзіңді қандай сезіп атасың? Жақсы. Нештерің ауырайды ба? Кішіне басым. Кішіне бар. Кішіне не ауыратады? Басым. Басың ауыратады, а? Құтағаның қандай? Жақсы. Жақсы, а? Қандай жерсізді айтып қойыңыз жөн. Қантып яққа түштіңіз, не ауыратады? Эми кандай десек, эми бул жерде бизди баягы обсервацияга алды. Себеби эмне? Положительный баягы эмне десек? Текшерүүдөн коронавируска положительный деп бул жерге алышты. Эми Кудайга шүгүр, обеспечение жакшы дегендей, тамак аш, башка нерселер Кудайга шүгүр жетиштүү. Текшерүүлөр жакшы убагында текшерип келип атышат. Келип атасыздар, эми дагы кандай десек эми. Негизинен бардыгы жетиштүү эле десек. Бул оору коркунучтуу бекен, күрөшсө болот бекен. Эми мындай караганда бизде эми жеңил эле болду, ошон үчүн мындай коркунучтуу деле эч кандай нерсе байкалбады. Мындай психологиялык жактан коркунуч болдубу сизде биринчи? Эми биринчи кезекте положительный дегенде албетте психологиялык жактан өзүмө мындай неме болду. Негедир ойлондум бир сыйра или ошондон давлением деле болду, билбейм.